Около 300 общественных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением законодательства на выборах президента России, приняли участие в форуме общественных наблюдателей, организованном Общественной палатой МРИЭЛ и координаторами проекта «Национальный общественный мониторинг». По сути, форум стал генеральной репетицией дня голосования. Наблюдателям еще раз напомнили об их правах и обязанностях и даже смоделировали те ситуации, которые могут произойти во время проведения голосования. Необычные лекции прошли на базе МАРГУ. Реализация конституционных прав жителей МРИЭЛ на выборах 18 марта должна пройти в полном соответствии с законодательством, а результаты выборов должны быть легитимными. Такую цель преследует Институт общественных наблюдателей, которым предстоит работать на избирательных участках. Напомню, в 2017 году были внесены поправки в законодательство, согласно которым наблюдателем на выборах может стать каждый совершеннолетний гражданин. При этом ему не нужно представлять какую-либо партию, кандидата или движение. Ну а о том, как наблюдать за голосованием и на что обращать внимание, 300 общественным наблюдателям МРИЭЛ рассказали в Йошкар-Оле, организовав специальный форум. Сегодняшний форум – это продолжение той большой работы, которую все последние месяцы проводила и Общественная палата Республики, и Центральная избирательная комиссия, и региональное отделение Национального общественного мониторинга. Сегодня на нашем форуме мы увидим наблюдателей со всех муниципальных районов Республики. Это особенно важно, что на каждом избирательном участке в день голосования у нас будут профессиональные, подготовленные, грамотные наблюдатели. Стоит отметить, что среди наблюдателей – люди разного возраста и разных профессий. Здесь много студентов-юристов, которые уже знакомы с тонкостями законов. Здесь специалисты, педагоги, преподаватели. Им была предложена интенсивная программа, предусматривающая в том числе моделирование различных ситуаций, которые могут возникнуть на избирательных участках. Образовательными моментами будут и теоретические моменты рассматриваться, и будет такой сильный, мощный практический блок. Будет, насколько я знаю, смоделирован типовой избирательный участок со всем необходимым оборудованием, чтобы, как говорится, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать, чтобы у всех было четкое представление, как должен быть организован идеальный избирательный процесс, идеальный избирательный участок, и на практике отработать все сложные моменты предстоящего дня голосования. Общественное наблюдение 18 марта должно охватить, если не все, то большинство избирательных участков МРИЭЛ. Наблюдатели будут действовать в строгом соответствии со стандартом, подготовленным в Общественной палате России. Этот документ, изданный в виде памятки, описывает все функции, цели и задачи общественного наблюдения.